пройти Чинга без оружия? Да, это будет сложно, меня уже преследуют монстры, они с двух сторон, и я должен это как-то пройти без оружия. Я их не должен убивать, но есть один лайфхак. Есть один лайфхак, они могут все забежать просто под вот это вот. Вот эту палатку, и там все собираться, или я могу просто пропаркурить вот это жестко. Они меня не достанут нигде. Ладно, я буду собирать документы, так же, как игроки. Ох, они тут спидронят. Неплохо. Да. Так что я побежал. Этого монстра. Нет, не убивай меня, блин. Точно, я же не могу использовать пушки. Нет. Блин, жаль, я эту аптечку уже не соберу. Сейчас, я заберусь вот туда. Нет, он что, настолько умный, что ли? Блин, меня убили. Так. Где он? Спецназ, он чуть не умер. Спецназ. Надеюсь, за мной никто не бежит? Фу, не бежит. Уже 8 документов, а мы только начали. Аптечка. Я буду рядом с ней быть, если ко мне. Дай. Отстаньте! Зря я тут стоял. Вот ненавижу. Ставьте лайки, кто ненавидит вот эту вот летучую мышь, которая меня сейчас прибила. Ой, давай спецназ. Блин, он уже умер. Значит, в той стороне много монстров. А, спецназ там заспаился. Спецназ, я иду к тебе. Скорее, спецназ. Я иду к тебе. Не уходи без меня. Так, спецназ, ты куда? Все, я не смотрю назад, Да, я туда посмотрел. Меня убили. Но уже этих защита, все, нашел защиту. Пушка мне не нужна, так что вы сами помните, что я не могу никак проходить Элит Сквад с оружием. Сейчас вот вон этот кристаллик. Сейчас его соберу. Теперь еще один кристаллик где-то в этом доме. Я иду вот так. Вот этот кристалл, или где-то в доме. Да, вот здесь. Он где-то тут. Он на крыше? Стоп, он на крыше? Рю? Нет, он не на крыше. Нет, стой, меня бьют. Опа, не застряли. Нет, пожалуйста, дайте мне забрать. Позвольте мне. Я успел. Меня сейчас убьют, да? Ну, еще один удар, меня убили. С расстояния, как вы видели, на одну миллисекунду. Ага. Мне надо найти такое местечко. О, да. Чел не мог, что ли, вот так вот пропаркурить. Изи просто. Паркур изи. Сейчас соберут один кристалл. Давайте, собирайте. Ну что, вы серьезно не можете кристалл собрать? Че он такой быстрый? Да нет, я почти собрал этот кристаллик. Чего мои не могут собрать его? И как? Паркур! Жесткий паркур. Не падаю. Все, я добираюсь до вертолета. И вертолет-то сам. Нет, стой, я рядом. Я рядом был! Рядом с вертолетом! Че? Скорее! Дайте мне пройти. Нет! Что? Там лестница просто в миллиметре от меня была. Как я это не сделал? Это невозможно. Помогите мне, пожалуйста, от этих монстров. Боже мой, их там очень много. Вы только посмотрите на эту толпу. Мне надо добежать. Нет! Как это сделать? Мне осталось 150 секунд. Я не успею. Самолет очень далеко.
Вертолет, точнее. Я все-таки смогу это сделать. Вот я уже рядом. По-любому за мной сейчас идут монстры, и они там. Не-не-не-не-не-не, ну только не это. А нет! Нет, как они это делают? Как мне это сделать? Давайте, мальчики, иди сюда. Я вас кормлю. О! Я смог. Спецназ, давай, добирайся! Ну, можно считать, что я прошел Elite Squad без пушек. Вообще, полностью без пушек я проходил Elite Squad. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Гилдан, всем пока! Геликоптер, геликоптер! Пора!